Подались в бега, вернулись за решетку. Почти 100 человек, которые пытались уйти от закона, выявили сотрудники МВД. Это обвиняемые, подозреваемые, подсудимые. Те, кто скрывался от органов дознания, суда и следствия. 70 человек из них находились в региональном розыске, 28 – в федеральном и межгосударственном. Среди результативных методов, позволяющих в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания, можно особо выделить проведение оперативно-профилактической операции «Розыск». Наряду с сотрудниками полиции в ее проведении принимают участие коллеги из Федеральной службы исполнения наказаний и Управления Федеральной службы судебных приставов. Многие злоумышленники, которые оказывались на свободе нелегально, продолжали и дальше преступать закон. Среди задержанных 6 обвинялись в наркопреступлениях, 2 – в совершении грабежей, 25 – в кражах, 2 – в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью. Еще более 60 человек занимались другими противозаконными действиями. Задержаны 2 граждан, совершивших особо тяжкие преступления и находившиеся в межгосударственном розыске по инициативе органов внутренних дел Узбекистана и Белоруссии. Эти 2 правонарушителей будут депортированы из страны. Других беглецов, которые укрывались от закона, отправят под суд.